Алло, как это ушел с работы? Какой сокращенный день? Вы там что, обалдели, что ли? Чтоб завтра все были на совещании, потому что поувольняю всех к ядрене матери. Понятно? Привет, любимая. Привет. Слушай, в городе дурдом какой-то. Мужики все бегают, суетятся, бабы все довольные, пьяные, пробки. Кошмар. Хахаль? Саша, это мне на работе подарили. Ёнчик! Поздравляю! Тебя повысили! Теперь ты старшая ресницы-наращивательница. Саша, ты что, забыл, какой сегодня праздник? Какой сегодня праздник? Праздник какой? День нашей первой встречи. День нашего поцелуя. Тихо. Это день раз в году. Саша, сегодня 8 марта. 8 марта, это что у нас, подожди, это день шопоголика? День нютового лака? Саша! 8 марта, это международный женский день! Янчик, у нас 8 марта отметить надо как следует этот праздник, действительно. А мои подружки на работе мне кое-что сказали. И что же тебе сказали твои умные подружки? Они мне сказали, если ты не приготовил мне подарок, то ты меня не любишь, и мне придется с тобой развестись. И еще вот. Что это? Этой ложечкой я буду выедать тебе мозг, пока мы не разведемся. Где подарок? Подарок. Слушай, Янчик, но самый лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Значит, нет подарка, да? Да как это нет? Есть стих. С 8 марта поздравляю, счастья, радости желаю. Пусть средь темных туч пробивается солнце луч. Телефон пусть звонит, не умолкая, и все время тебя поздравляя. С 8 марта. Саша. Да? Этот стих ты читал на дне рождения у моей бабушки. Да? Да. Ну тебе ж понравилось, и я поэтому... Понял? Танец. Саша, этот танец тоже с бабушкой танцевал. Фокус. Не надо. Но? Янчик, а ты закрой глаза. Что же это? Саша, если ты думаешь, что я, закрыв глаза, усну, то ты глубоко ошибаешься. Я выспалась. Саша, делай подарок. Подарок есть, есть подарок. Я же его спрятал. Спрятал. Янчик, давай поиграем сейчас в такую игру. Я тебе буду говорить тепло-холодно, а ты будешь искать подарок. Давай. Давай, поехали. Холодно-холодно. Холодно-холодно-холодно, прихолодно. Вот тут теплее-теплее уже. Да, тут совсем тепло. Саш, ой, горячо. Все холоднее-холоднее. У нас из окна дует. Да? А посмотри, что там из окна видно. Да ладно. Ты мне новую машинку купил? Да нет. Лучше. Что там видно? Снег и мусорку. Как же так, Яночка, а? Я же всю ночь тебе писал на асфальте. Яна, я тебя очень-очень-очень-очень сильно люблю. А тут снег. Саша, снег уже неделю как лежит. Да? Да. Янчик, так подарок-то твой в спальне. Ну вот если его там не будет, Саша, ложечка есть, пригодится. Фу, слава богу. Подарю ей цветы. Алло, доставка букетов. Слушайте, можно большой букет роз? Как закончились? А что осталось? Две гвоздики? Да не, я еще планирую с ней пожить. Сашка, нашла! Что ты там нашла? Нашла бойку! Неделю я не могла найти, а подарка нет. Так потому что подарок-то на балконе. Иди посмотри на балкон. Саша, ну не дай бог его да там есть не будет. Он там есть. А, подарю ей смартфон новый. Это всегда прокатывает.
Алло, здравствуйте, магазин смартфонов. Слушайте, какой там у вас свежий iPhone есть? 55 тысяч? Ни хэ себе, iPhone хэ. Ну ладно, давайте, да, приличная 27Е. Только, пожалуйста, побыстрее, хорошо? Саша! А, да, что? Во-первых, там капец как холодно, а во-вторых, там нет подарка. Я так и знала, что ты не купил мне подарок. Подожди, как нет подарка? Может, он просто с окна выпал? Я сейчас пойду посмотрю, где он. Стоять! У нас застекленный балкон. Саша, ты вообще помнишь, что я заказывала? Яна, ну, конечно, помню. Что? Я же идеальный муж. Ты заказывала вот такую вот. Вот такую хрень, да. Цвет. Цвет серо... Голд. Серо-голд, правильно. Да. Трехлитровый. Трехлитровый? Да. С шерстяным воротником. Шерстяным воротником? Да, Саша. Ну, правильно, я купил тебе хрень трехлитровую с шерстяным воротником. Все. Саш, ты дурак? Саш, я тебя просила 3 отдельных подарка купить. Ну правильно, я купил 3 отдельных подарка. Хрень трехлитровую с меховым воротником. Где они? Где? Так они же на кухне лежат сейчас. Слушай, не дай бог их там нет. Да есть на кухне, посмотри внимательно. Капец, что за подарок. Алло, Калюнь, привет. Слушай, ты своей что на праздник подарил? Как на какой праздник? Ладно, все, давай, пока. Саша, здесь ничего нет! А там за холодильником посмотри. Алло, алло, Макс, привет. Ты своей что подарил? Трусики женские. А что, орёт? Недовольна? А, чужие нашла? Ладно, братан, давай, держись. Саша, здесь тоже нет! Вытяжки посмотри там. Алло, алло, Егорчик, привет. Слушай, ты своей что на праздник подарил? Развёлся? Поздравляю, братан. Хорошо, давай. Саша, здесь тоже ничего нету! Под плиткой посмотри. Блин, она мне сейчас всю хату разнесет. Алло, этот ваш курьер еще не выехал. Слушайте, пусть захватят что-нибудь трехлитровое, да и с меховым воротником. Да пофиг что, пусть берет. Хорошо, все, давайте. Саша! Да! Там ничего нет! Конечно, ничего там нет, Янчик. Потому что подарок на кухне, но у соседей. Пойди глянь, он там лежит, да. Ох, капец. Хоть бы этот доставщик раньше приехал, чем она разнесет. Добрый день, доставка, интернет-магазин. Да. Вот, да. Как вы просили, давайте, смартфон. Да, хорошо, смартфон. Беспроводные давайте. Наушники, отлично, тут да, чехол. Класс, хорошо. Из мехового были только вот такие наушники. Да пофиг, давайте. Ну, а литровая, вот эта Bluetooth-колонка. Все, что ну, ладно, похоже. Давайте. С вас 50 тысяч. Может, подойдет. На, держи, братан. Ага, спасибо. Можно пересчитывать. Все, давай, иди. Саша! Я тебя сейчас прибью! Стоп. Давай, иди сюда, иди. Куда? Что? Иди, давай, шкаф залазь, потом все объясню. Давай. Шкаф, что давай, вы придумали? Давай, братан. Саша, да, это я... была последняя капля. У нас нет соседей! Мы живем в частном доме на отшибе! Я тебе сейчас эту ложечку, знаешь? Сашенька! Айфончик! Яна, из всех айфонов это самый хэ. Да. Вот меховое, вот литровое, ну и еще что-то там. Ну, вообще-то я немножечко другое имела в виду. Но ничего, то, что я имела в виду, ты подаришь на первое взятие за ручку. Да, обязательно. Ага. Значит, невестке моей ты подарок подарил, а мне? Мама! Да, мама. А твой подарок в шкафу. А мы с Яной в ресторан. А монстров есть! Да, Саша! Интересно, что там? Пожалуйста, выпустите меня отсюда!
Ага, сейчас. 8 марта будет очень жарким. Помогите! Творите, беспредельщицы! Вообще уже в мозги подшибало. Что вы делаете, сумасшедшие? Все, Сашенька, сегодня пультом от телевизора будем управлять мы. Вы что, вообще сбредили? Сегодня же Лига чемпионов. Сегодня, в первую очередь, 8 марта. Вот именно, 8 марта, Лига чемпионов. 8 марта всегда было международным женским днем. Какое вы к нему имеете отношение? Ваш праздник, Хэллоуин. Я, кстати, вас тогда поздравил. Это когда ты на меня ведро воды вылил? Святой воды. Вы тогда так зашипели. Конечно, у меня аж в руках сода была. Саша, не начинай. Может быть, это вообще последний 8 марта, который мы празднуем. Серьезно? Да. Блин, а я знал. Я надеялся. Я верил. Именно поэтому, мама, я вам 4 гвоздики подарил. Ой, господи, идиот. Его вообще могут отменить, говорят. Да. Блин, жалко, его сейчас не отменили. Так бы нормально футбол посмотрел бы. Ладно, короче, девчонки, давайте это, развязывайте меня. Ну, действительно, чего вы? Я же вам подарки сделал. Какие подарки? Пену для бритья и носки? Да. Можно подумать, ты носки не носишь и ноги не бреешь. Саша. Ну ладно, давайте это, ну, чего вы? Развязывайте меня уже. Угу, сейчас. Вкуснятина. Ну, включайте телек уже, чего вы сидите тупите-то? Угу. Сейчас тебя с 23 февраля поздравим. Да, зятёк, такого праздника уже нет. Ага. Ой, он когда был, вы меня не особо-то поздравляли. Вот и хорошо, что его отменили. У тебя еще один денечек добавился треск. О чем ты говоришь? Ага. Он каждый праздник празднует. День пограничника, день заграничника. День таможенника, день растаможенника. Именно. День полиции, день милиции. И заметь, нигде ни одного дня не служил. Мама, ну вы же 9 мая тоже празднуете. Хотя реально на Гитлера похоже. Саша! Характером, ну. Так, все. Смотрим мою любимую передачу. Меня и Жинку. Вот, доченька, я всегда говорила, я мечтаю, чтобы возле тебя был нормальный мужик. Вот тогда моя душа была бы спокойна. Переключите этот свингерский бред вообще. Вот если была передача «Меняю тещу», о! Ага. К тебе никто не поедет. Ага. Мама, я что, похож на идиота? Тещу на тещу менять? Ха. Я бы вас поменял бы на что-то полезное. Там, я не знаю, на соковыжималку, на карбюратор. Ты у меня договорися, что попадешь в надзвичайні новини до Костянтина Стогнія. Да. Ладно, все, хорош. Ну, действительно, развязывайте меня. Я тогда пойду у Михалыча футбол посмотрю. К Михалычу он пойдет. Да Галка твоего Михалыча на балкон выставила. Он там празднует. А ты скажи спасибо, что ты в теплом помещении, но привязанный, и смотришь телевизор. Спасибо. О, экстрасенсы ищут пропавшего без вести. Вот твою маму туда, в эту передачу. Саша, хватит называть мою маму ведьмой. При чем тут это? В качестве пропавшей без вести. Вообще дурак. Вот интересно, доченька, а экстрасенсы людей кодируют или нет? А что? Ну, я мечтаю, чтобы он бухать перестал. Ой, короче, вы включите и посмотрите новости. На каком канале? Да на любом канале. И поймете, почему я бухаю. Так, все, смотрим, о, в мире животных. О, показывают, как твоя мама обедает. Вообще-то это крокодил ест оленя. Слюни летят, кости хрустят. Саш, ты когда-нибудь договоришься. Ага. Мам, слушайте, а когда вы в свое болото от нас уедете, а? А когда олени в округе закончатся, вот тогда я и поеду. Блин, ну ладно, ну давайте, развязывайте меня. Чего вы сидите, пиво глушите?
Пойдемте, я вас в ресторан свожу. Что? Правда? Конечно. Мама, развязывай, я пошла одевать любимое платье. Что такая наивная? Вот поклянись, что это не спортбар с телевизором для футбола. Да, мама, не ожидал, что у вас такое IQ. Саша! Ну ладно, Вика, включи сейчас вот на 37-й, там твой любимый холостяк идет. Серьезно? Саша, это же футбол. Ну правильно, я же говорю, он холостяк Рональдо отдает мяч на холостяка Бейла, холостяк Неймар перехватывает мяч, идет атака. Е-мое, ну что вы делаете, а? Вот мне интересно, зятёк, а когда это Роналдо с Неймаром начали за Ювентус играть? М? А мне вот интересно, мама, а когда это вы начали в футболе разбираться? А с тех самых пор. Прошлое 23 февраля, когда ты меня тоже привязал к стулу. И заставил смотреть всю Лигу чемпионов с 96 года. А потом на закусь чемпионат Украины. Да. Меня тогда чуть Кондратий не хватил. Так, давайте успокоимся и спокойно посмотрим «Любовь на выживание». «Любовь на выживание». Это у нас это шоу дома уже 10 лет идет. С тех пор, как твоя мама переехала. Саша, смотри, он таракана ест. А что ты удивляешься? Я суп твоей мамы ем. Саш, так, ладно, все, переключаю на «Украина, мой талант». О, вот эта тема, нормальная передача. Вот маму пою, вот туда отправить. С ее этим коронным номером, как она ест во сне. О. Что ты такое говоришь? А что? Я утром просыпаюсь, холодильник пустой. Она говорит, что спала, а у самой вот тут капуста висит. О. Это у тебя капуста висит. Так, все, все, расслабились. Давайте посмотрим что-нибудь хорошенькое. Слушайте, девчонки, ну невозможно вот эту всю галиматью трезвым смотреть. Ну, дайте хотя бы пивка. А, пивка. Да, а я дам. Мама! Я дам. Доченька, я дам. Мама? Я мама, добрая. Ты чего? Я добрая. На правильном пути, да. На правильном пути, мама. Все да, зятёчек. Давайте это... А вот еще вот, вот тебе. О, давай, 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 давай. Спасибо. Я добрая. Спасибо, мама, давай. Спасибо. Давай. Ла-ла-ла. Приятного, как говорится. Вот так будет со всеми. Ма. Вот фашисты, вот звери, вот гады. Ну дайте хоть трубочку, а. Ой, а что это, аферисты в сетях? Вот люблю эту передачу. Ты знаешь, рассказывают, как аферисты снимают деньги из карточек доверчивых граждан. Я знаю таких двух. Викуся. Что? Вика. Ну, развяжи меня, Вик. Отстань. Вика, я тебе подарок на 8 марта сделаю. Какой еще, интересно? Вика, я тебе куплю норковую. Шубу? Шапку. Давай, развязывай. Мам. Откуда у тебя деньги? Мам, вы что думаете, я идиот? Все деньги на карточке держать? У меня заначки есть. Да знаю эти заначки. За унитазом 100 гривен. В шкафу 50. Там было 100! Вот, доченька, ты можешь представить вид этой шапки, которую он тебе подарит за 200 гривен? Так, все. А теперь давай поговорим про секс. Вик, может, давай им займемся? А то с тех пор, как твоя мама к нам переехала, мы о нем только и говорим. Ой, я не могу. Вика мне рассказывала, герой. 3 минуты. Вика! Мама! По логике я должна сейчас сказать Саша! Так, все, смотрим. О, ревизора. О, люблю Абрамова. Ну как можно смотреть передачу с твоей мамой про твою маму? Она что же врывается в дом, лазит везде, везде пыль вот это вытирает, свою туалетную бумагу ворует, свои правила, стикеры всякие клеит. Только в отличие от ревизора, твоя мама домой не уезжает. Да заткнись! Дай по телефону поговорить. О, Галка звонит. Да, Алёнь? Привет. А что делаешь? Концерт смотришь?
А какой концерт? Олега Винника? И нас приглашаешь. Все, идем. Вика, идем. Идем. Галочка, жди, идем. Идите, идите, мазохистки. Давайте меня развяжите и чешите. Нет, зятечек. Концерт Олега Винника ты будешь смотреть в гордом одиночестве, привязанный к стулу. Нет, 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 не надо. Залепите мне уши, уши залепите мне. Что вы делаете? Мало спать. Ой, мой боже, что же вы творите-то? Мама, тихо, нет. Идем, горе ты мое! Здравствуйте. Добрый день, чем могу помочь? Мы хотим купить мне кольцо. О. Посмотреть. Купить, Саша! Мы уже 6 раз смотрели. Что вы можете предложить? Ну, в какую цену смотрим колечко? От? 0. Я понял. И до? Я не торгуюсь. Саша, успокойся. Вы понимаете, у нас самое недорогое кольцо стоит 1000. О, Викусь! Давай глянем самое дорогое кольцо и пойдем домой. Саша, успокойся! Нет, нет, нет. Вы понимаете, у нас такие цены, потому что гарантия качества. О. И мы не продаем латунь под видом серебра, как он в магазине напротив. Мы магазином ошиблись! Саша! Я ж совсем забыл, мы маме твои ключи забыли оставить от квартиры. Она ж замерзнет, бедная женщина. Сашенька, сегодня именно тот день, когда я согласна, она подождет эта старая ведьма. Вика! Что? Ну давай завтра. Нет, твое завтра же вот где сидит. Ты можешь хотя бы на 10-летие нашей свадьбы подарить мне обручальное кольцо? Молодые люди, обручальное кольцо у нас здесь, я через минутку подойду. А вот это не обязательно. Саша. Гуся! Гусь, а если могу любое кольцо выбрать? Любое. А любое-любое? Любое-любое. Любое-любое-любое-любое? Любое-любое-любое. Хоть какое-то, хоть какое-то, хоть какое-то! Гусь, а можно я выберу так, как люблю выбирать? Бери. Так, не смотрю на изделие, выбираю по цене. Ага. А вон то, где 7 цифрок. Алло, Вадик, сколько у нас на Житомирской трассе заправок? 56. Одну продай. Вместе с бензином. Беру. О, хоть бы ты вот так вот разочек бы сделал. Ой, да пожалуйста. Алло, Колян, привет. А сколько у нас квартир в центре Киева? Ни одной? А где мы живем? На Троещине в общаге? Не-не, это не мне, просто у жены амнезия. Я не понимаю, ну чем она лучше меня? Ну, Викуль, понимаешь, есть золото, а есть серебро. То есть я серебро? Да что ты, глупенькая, нет, конечно. Ты алюминий. Очень полезный металл, кастрюли там, сковородки всякие. Саша! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы золото принимаете? Принимаем, принимаем. У вас в чем? В монетах, в слитках? В зубах. Ворованное не покупаем. Чего сразу ворованное? Может, у меня дед умер? Извините. А у него вся челюсть золотая. Человек закапывает теперь? Ну, ладно. Сколько у вас? 58 зубов. Что за дед такой, а? Дед акула у меня. Пошел вон из магазина. Гуся! Гуся, слушай, а мы можем нашему Тосику, нашей чихуашечке, купить такое же ожерелье, как у меня? И, блядь, что ты молчишь? Подожди, у нас что, проблема с деньгами? То есть я и Тосик для тебя дорого? Окей, я ухожу к Арсену. Подожди, я думал. Я просто подумал, ну ты-то понятно. А как Тосик будет отрабатывать ожерелье? Тосик лапку даст. Мне больше нравится, когда ты даешь. Молодой человек, а что вот это вот за хрень? А это для пирсинга в язык. Очень красиво, но потом месяц невозможно разговаривать. Вика!
Мы твоей маме подарок нашли. Ура! Саша, я хочу золотое кольцо, понимаешь? Золотое кольцо! Ой, ладно, вот это вот что такое? Вон. Это колечко с бриллиантом. Я говорю, вот это вот что такое? Это шуруп, он пулку держит. Беру! Саша! Ой, здравствуйте. Добрый день. Мне бы... Я так понимаю, колечко, нужно... да, сюрприз сделать. Колечко для вашей девушки. Да, мне нужно организуем. Предложение надо сделать. О, ага. Какой размер? Что? Ну, размер. Ну, вот посмотрите, размер у этой девушки, может, у вашей такой же? Не, у моей пышнее. Знаете, я люблю так схватиться и... Я про размер пальца спрашивал. Ой, простите, пожалуйста, я не знаю размер пальца, а как его... Ну, можно позвонить, узнать. Ну, как же сюрприз? Ну, попробуйте завуалировать. Да-да-да, можно, конечно. Алло, здравствуй, мышонок мой. Скажи, а ты не могла бы палец засунуть в бутылку? Нет, не кольцо покупаю. Это совершенно другой сюрприз. Засунула? В какую, в какую? В какую? Из-под кефира. Что-то поменьше, поменьше. Ага. Солнышко, что-то... Застрял? Скажите, а что делать, если у невесты застрял палец в бутылке из-под кефира? Не жениться. Солнышко, а какой пальчик? Мизинчик! Бегу, мышонок, бегу, бегу! Буся, я только что подумала. Слушай, а Тосик не догадается, что у него в ожерелье не бриллианты, а камни Сваровски? Тосику пофигу. А вот знаете, есть такие породы собак... Тосику пофигу! А мне как Тосику. А царское золото интересует? Ну, покажите, я скажу. Вот. Это латунь. 30 гривен интересует? Меня интересует. Саша! Пошел вон из магазина, я сказал. Буся, а купи мне, пожалуйста, ой, без пожалуйста, браслетик с брюликами. А что мне за это будет? А я тебе за это... Беру. Саша, а купи мне вот это колечко, а я тебе за это. Да не хочу я, голубцы. Мне же для тебя ничего не жалко. Ему для жены ничего не жалко. Ой. Точно, жене же нужно выбрать тоже. Да, Екатерине Юрьевне. Пожалуйста. Видала, видала, это его любовница. А жене он сейчас какую-то фигню купит. Вот это за 3 миллиона. Да если ты мне вот такое купишь, так можешь гулять с кем хочешь, когда хочешь и сколько хочешь. Я вам даже спальню нашу сдам. Африканское золото интересует? Кольцо не хертите. О, это колечко от ванной шторки. Почем? Саша! Где-то вот такое вот... Ой, вот колечко для моей солнышки! Вот, сколько, сколько! Да, я беру! Идемте, идемте! Саша, если ты мне не купишь вот это вот кольцо, то я с тобой разведусь! Обещаешь? Дурак! Оформляем. Да. А если вы еще не определились, то можно мы первый раз платим? Конечно. А можно вы в очереди постоите? Гусь! Мне вот это бедненькое колечко тоже нравится. Беру. Только через мой труп! Саша! Ну ладно, мне сейчас домой за деньгами сбегать надо. А можно кредит оформить? Нет. Я натурой отдам. Так, быстро на пол, я сказал. Мужик, ты не представляешь, как ты вовремя. Мужчина, зайдите через 2 минуты! Оформляйте! Да нет у меня времени, малая, на пол, быстро! Слышишь ты? Я 10 лет без кольца хожу! Вика, твой муж под прицелом! Нет кольца, нет мужа! Бусь, я
хочу себе такие колготки. Дай! Дайте хоть померять! Не налазит! А моей подошло! Так, Поворотти, Шаляпин, Каруза. 11:30. Где клаксон? Извините, опоздал. Обычно мы вечером приходим на работу, а тут почему-то на 11 вызвали. Стройк! Итак, какое сегодня число? 8 марта. Сегодня не просто 8 марта. Сегодня может стать последним днем вашей жизни. Все, что увидели по телевизору про конец света, забудьте. Сегодня все столики в нашем караоке выкупили женщины. Это будет реальный Мемрагеддон. Поэтому хочу сказать сразу, выживут не все. А у некоторых просто даже нету шансов. А что сразу меня? Потому что женщины, они как львицы. Вначале забирают из стада самых хилых, маленьких, кривоногих мужчин. А если ты еще и заикаешься, у тебя вообще нет шансов даже позвать на помощь. Ну тогда давайте просто закроем дверь. Дверь? Ты когда-нибудь видел, чтобы пьяную женщину останавливала закрытая дверь? Тем более, что сегодня чаевые у нас в 10 раз выше, чем в обычный день. Правильно, Валерчик. Но первое, до них нужно еще дожить. Второе, их нужно еще заработать. А ты хочешь меня спросить, как? Да. Очень просто. У женщины есть 3 стадии опьянения. Первое, хитрая змея. Второе, львица на охоте. И, наконец, самая опасная стадия — голодный бурундучок. А что это за голодный бурундучок? В этой стадии женщина нападает на мужчину и забирает у него орешки. О, скажите, а зачем на нас одели вот эти браслеты? Это чтобы потом вас было легче опознать. Так, знаете, мне браслет не нужен, у меня родинка на спине. Это замечательно. Но к этому моменту, скорее всего, спина будет уже исцарапана до неузнаваемости. Возьми шило, уколи меня. Без проблем. Ай, мало. Что с ним? Пьет обезболивающее. Повышает порог болевой. Итак, создадим ситуацию. Что нужно, или точнее, чего хочет пьяная женщина? Мужика? Неправильно. Петь. Неверно. Танцевать. Мимо. Пьяная женщина сама не знает, чего она хочет. Правильно, Валерчик. И главное, в мужской туалет заходить не советую. Там ловушка. А если я закроюсь в кабинке? Это все равно, что прятаться от крокодила в реке, кишащей пираньями. Подождите, ну так а куда? В туалет? Что, на улице, что ли? В радиусе 100 метров вокруг караоке штаны снимать не советую. Они могут учуять. А если очень захочется? Валерчик, покажи инвентарь. Привязывайте грелку к ноге, желательно отверстием кверху. Мне не надо, я все равно не почувствую. Меня будет, наверное, так трясти, что я не попаду. Итак, проверим, насколько вы готовы.
После третьей текилы женщина подмигнула вам. Ваше действие. Она уже тебя целует. Она уже снимает с себя одежду. Она уже на тебе. Все! Она уже знакомит тебя со своей мамой. Провалил. Что ты ржешь? Она уже на тебе. А я скажу, что я гей. Хорошо придумал. Давай в засос со мной. Вот и провалил. Назвался груздем, полезай в кузовок. Если женщина пригласила вас танцевать, что вы будете делать? Я очень плохой танцор. Ошибка. То, что мешает плохому танцору, очень нравится голодному бурундучку. Лучше до танцев вообще не доводить. Это точка невозврата. Не танцевать. Итак, если к вам приближается женщина в состоянии голодный бурундучок, на что нужно обратить внимание? На обручальное кольцо. Если оно есть, значит, не тронет. Это правильно. Но 8 марта магия кольца не действует. Можно упасть и притвориться мертвым. Когда вы встречаете медведя, это работает. Но когда вы встречаете голодную пьяную женщину, это не помогает. Надо посмотреть, на каблуках она или нет. Если на каблуках, то у вас есть 10, а то и 12 секунд для того, чтобы скрыться. Правильно, Валерчик. А если не на каблуках, готовьтесь попрощаться со своими орешками. И главное, не доводите до поцелуев. Это конец. Подождите, ну что вы так усугубляете? Какой конец? Ну, максимум там засос, кровоподтек, перелом. Засос? Был у нас в ресторане один клиент, Максимка. А почему был? Села ему на хвост одна баба. Ему бы через бар в окно и уйти. А он оглянулся, дурак. В общем, она его засосала. Как? Полностью. С ногами. Подожди, так а что же делать, если ничего не помогает? Остается полагаться только на абсент. Ага. Бутылкой по голове и бежать. Ну или так. Во всяком случае, парни, опасайтесь больше всего женщин, которым не подарили сегодня цветы. Ими движет не только вожделение, но и жажда мести мужикам. И что делать в таких случаях? Бежать. Бежать за цветами. Но будьте осторожны, цветы надо выбирать как следует, чтобы не стать самому вазой. Розы? Брать не советую. Перейдем от теории к практике. Боже. А это правда, что он 3/8 марта пережил? Правда. Его за это и сделали старшим администратором. Но как ему это удалось? Просто в 1/8 марта его настиг голодный бурундучок. И с тех пор ни он им, ни они ему не интересны. Мальчики, привет! Ё-моё! Спокойно, парни! В строй! Это свои. Это спецагент Михалыч. Он много лет работает под прикрытием. Это же мужик переодетый. Что он понимает в женщинах? Слышь ты! Да я в этом наряде с бабами! Михалыч. И день матери! И день бухгалтера! И даже последний 8 марта отмечал! Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти! Михалыч, ну что ты завелся сразу? Ну че он первый начинает? Вот ты первый начал! Вот иди первый на проверку! Ну ладно. Итак, фаза «Хитрая змея». Что будешь делать?
Бежать. Куда? В окно. У нас же 5-й этаж, ты разобьешься. Я могу и выжить, у меня так хоть один шанс появляется. Провалил. Ты давай. Львица на охоте. Если вы меня хоть пальцем тронете, я сделаю вам больно. Слышь, сопля зеленая, что ты знаешь о боли? Я вчера ходила на эпиляцию зоны бикини. Мне теперь ничего не больно. Следующий. Тебе самая сложная. Фаза голодный бурундучок. Женщина, фу, сидите, сядьте на место. Ты что, не знаешь разве, что женщину посадить на место может только стрелка на колготках? Но, если до этого женщина выпила 300 грамм коньячку, то стрелка на колготках становится невидимой. Валера, покажи, как надо. Какая эффектная дама. Шеллак. Какой махер. И что, вот так вот просто? Конечно. Сейчас у нее вертолеты. И у вас появилось 2 или 3 секунды, чтобы затеряться в толпе и исчезнуть. Ладно, усложняем задание. Итак, ты пьяная женщина. Нет, ты пьяная бухгалтерша. А пьяную бухгалтершу после полуночи понять невозможно. Как это там, все попасть? Ты умой отключается, а? Нет, умой как... Оденься, пьяная женщина, вам плохо? Ты что, идиот? Ты что, не видишь, как ей хорошо? И она хочет заказать песню. Какую песню она просит поставить? Нас не догонят. Виагра, притяжение больше нет. Еще песню. Я знаю, сломанная лапка, ожерелье диадема. Гуляй, шальная императрица! Давай еще! Ну, что тут, что непонятного? Олег Винник! Правильно! Нина! Мне не все равно! Оля Полякова, шлепали шлепки! Шлепали шлепки, правильно, Полякова! Да! Спасибо, Михалыч! Помог подготовиться. Ну, пойду носик припудрю, ты давай. Дальше мы уж сами. Ну, братья, помолимся перед началом женского праздника. О всемогущий зеленый змей. Смешай водку с мартини, чтобы дамы забыли, для чего нужны мужчины. Чтобы забыли о своих прелюбодеяниях хотя бы до 9 марта. Во имя святого Дантеса, Винника и Павла Зеброва. Что троните святое 8 марта, 8 марта. Когда узнала, кто это придумал, покрыла матом. Нет денег на лекарства.
лекарства и больницы. Растут, как на дрожжах, у нас инфаркты. Но главная угроза государству. 8 марта, 8 марта. Я им желаю, чтоб их прихватило с их миокардом. Коррупция исчезнет, и сразу же вернется Крым на карту. И цены упадут, когда отменят ужасный праздник 8 марта. И будут лишь мужчины староверы дарить подарки. По всей стране проводят гей-парад, хотят ведения однополых браков. Наверное, отменили эти гады наш женский праздник 8 марта. Хотя для них самих 8 марта большая дата. Вирішуйте щодня питання мови. Закони про люстрацію приймають. Та свято, що придумали бабусі, ви не чіпайте, ви совість майте. А то вони на Пасху вам пороблять на ваші яйця. Ми пережили Сталіна з Хрущом, частен мог бы даже Ленин. Но если вы отмените наш праздник, мы секс отменим, да-да, отменим. Вы, дураки, хотя бы оцените масштаб потери. Мы, если надо, женщин всех подымем. Поверьте, сразу станет всем вам жарко. И будет вместо праздника сплошное 8 марта, 8 марта. Короче, с февраля и аж до Пасхи 8 марта. Давайте принесем в Верховную Раду казан вкуснейшей юшки из форели. Поставим мы его и громко спросим: уху вы ели? Уху вы ели? Хотя давно все знают в Украине, вы уху ели. Чиновникам напишем на надгробье 8 марта.